чтоб мне до пенсии не дожить, увезут. Эх, если б все мечты сбывались. Я так мечтала Ну поймите же, наконец, что искусство безжалостно. Ну купите себе роликовые коньки и тренируйтесь на асфальте. Документы. Вижу, куда занесло. Вы экскурсоводом? Да, туристских машин. Заправщицей на бензоколонку пойдете? Красавица ты моя! Петрович, новенькая! 19-е, но привыкайте, люди у нас хорошие. Понаставили здесь фитюлик. Фитюлька! Ну что ж, рыбонька, высчитаем теперь у тебя из зарплаты по инструкции. Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в 1 посудину. И огурчик. К полумерам не привык. Что вы тут застряли? По вашему совету устроилась манекенщицей. Да ну, а как же с вашей мечтой? Ну как, видите, тренируюсь. Убедет. Стой, тебе говорят! Стой! Подожди! Забрал от постоянного клиента. С удовольствием. Слушай, ты извини меня, что-то так вышло. Ну, ничего, я понимаю. 1, 2, 3, 4, 5. Ты понимаешь? Да не смеши людей, балерина. Чтоб я тебя последний раз на роликах видел, ясно? Товарищ Бабий? Заправщица, добрый вечер. Все машины отправляет налево. Это ваше заявление? Мое. Но ведь это когда было? Ну, а что же нам делать с твоим заявлением? Порвать?